в Бердянске. Здесь снесли памятник Ленину и поставили маяк. Вот елка. Где елка? Вот елка. А, вот это елка. Это самая-самая центральная площадь у моря, Приморская площадь. Мы гуляем. Ой, эти люльки поснимали с колеса обозрения. Ну а что на нем кататься? Холодно на нем кататься, да. Там солнечные часы. Тут чайки летают. Не хватает только пингвинов. Может быть, это есть. Возьмите. Там находится университет недалеко моря, недалеко от центра. Но мы туда не пойдем. Мы его не очень любим. Вот. Пойдем спустимся к морю. Видео не выключать? А что меняться? Стабильность наше все. Да, тут, кстати, проходит та самая знаменитая надземная метро, которая возит уголь. Николаю Рухадзе с берега Азовского моря, Бердянск, Украина.